Так, самое доброе утро, дорогие мои зрители. Сегодня у нас опять интересная прогулка. Мы сегодня приехали в парк, который насчитывает 1000 ступеней. Здесь занимаются спортом, свои личные рекорды ставят люди. Вот смотрите, welcome to Dandenong Ranges National Park. Вот адрес этого парка. Я вот смотрю, здесь есть или нет. Нет, на этой вывеске нет. Ну, я думаю, если вы напечатаете вот такое вот так название, то вам Google выдаст. Так, парковка опять сегодня. Значит, сегодня я с Нарико и с ее со своей подружкой Зумбы, японочка, и ее мужем Тони. Тони поехал машину парковать в самый низ под гору, потому что здесь сверху все парковки заняты. Вот люди идут, очевидно, идут с палочками. Вот кто-то мне говорил про скандинавскую ходьбу. Все они с палочками, или это только мне кажется, сейчас посмотрим. В общем, здесь очень и очень популярное место. Я надеюсь, вам понравится. Я первый раз. Прохладненько сегодня утром, градусов 15. Тони и Нарико сюда приезжают каждую пятницу. Так, они у нас натренированы. Но я посмотрим, что я под горой не останусь. Нарико, would you like to say hello to my subscribers? Do you want to say hello to my subscribers? I'm recording you. No? No, no? Okay. No. Ну ладно. I'm very private. Okay. Так, ну мы пока идем только в горку. До ступенечек еще не дошли. Я извиняюсь за шум. Деревья пилят. Ой, красиво, как деревья, смотрите. Так. Так, ну мы пошли. Вот 9:34. Посмотрим, за сколько мы поднимемся. Пока ступенек нет. Только такая вот гравий. Птички поют. Так, смотрите, какое дерево. Я, конечно, такими темпами не знаю, за сколько дойду. Но после вчерашнего дождя все такое свежее. Все такое здесь. Запах такой стоит хороший. Воздух. Птички. Смотрите, папоротник. Вот это fern tree. Какаду. I hope it's not pooped on us. Вот какаду один сидит и орёт. Так, папоротники. Вот какая красота. Beautiful.
Вот австралийский буш. Так, 9:44, мы дошли до ступенек. О, какое дерево. Тонет реально. А, окей. Ну вот, муж... Sorry. Муж Нарико нас уже догнал, мы еще только идем. When some are fast come, we stop and let them go. Sure. If you're not fast, this. No. Как на лыжне. Когда люди тебя обгоняют, ты им даешь дорогу. Так грязна бастинка здесь. Смотрите, какой. Смотрите, на деревьях такая мох. Такие поручни здесь, видите, чтобы держаться, чтобы не упасть. Ну вот идем по ступенькам. Уж насколько здесь тысяча. Я не думаю, что их кто-то считал. Но... просто назвали тогда и все. Так, мы идем. Так, мы на вершине горы. 10:03 ровно. 30 минут, да, мы шли? Ровно 30 минут. Вот такая площадка здесь для отдыха. Вот нас. У нее еще вот с ребеночком идет, еще и нагрузка. В общем, вот сейчас мы сюда поднялись на реку и отдыхаем. Такие эвкалипты красивые. И если охота еще повыше пройти, so another way, gone there, up more high. Not as steep, but maybe another kilometer to One Tree Hill. Ну, в общем... This is the main 1000 steps. We've done that, okay. Ну, вот те, кому мы дали дорогу, выступали. Мы пойдем вниз, наверное, будет легче. Посмотрим. You have to think... What are you doing? Where are you going? Oh, sorry. Is it going to change yet? Так, ну мы вниз пошли. Здесь дорожка. Can you go down and take photo with us? I always like this step. Oh, that's a good idea. Yeah, you stay here with me. На реку сейчас можно нас сыграть. Can you see the steps? I want you to see the long steps. Так, дорога здесь широкая, идем вниз. Кто-то хочет по ступенечкам, а кто-то вот по широкой дорожке. Сейчас мы стоим с фотографией. He's smiling himself. Thank you. Так, 10:27, вот мы в самом низу. Вот, по трем дорогам можно идти. Пойдешь налево, пойдешь направо, пойдешь прямо. Но в итоге ты очутишься там, где мы сейчас были. В общем, за разговорами мы так хорошо спустились. Ну, тоже за полчаса. И Тони сказал, вот это гравий внизу дорога, когда сухо, он сухой. И, конечно, под ногами он едет. Тяжело спускаться, не так легко тоже спускаться. Но сегодня вот он влажный, поэтому такая зацепка хорошая на ногах. Спускаешься нормально. Но вообще вот сейчас ножки-то чувствуются. А так мышцы от колен вверх. Бедро такое. Чувствуется, что натренировалась. И сегодня у меня еще вечером зумба. Да, популярно народ, конечно, идет. Здесь туалеты, кафе. Ну, типичный австралийский парк.
типичные австралийские звуки, птицы, дороги. Вот поилочки, кто хочет пить. Водичка. Водичка здесь есть. Детская площадка с горками, с лавочками посидеть родителям. В общем, на любой вкус. Но после тренировки, конечно, сладости есть не хочется. Особенно, когда хочется похудеть. А похудеть хочется. Вот видите, азиатов много, как всегда, конечно. У нас везде. Сейчас я вам вот этот вход в ворота покажу. С обратной стороны. Такой красивый вход. Называется Cocoda Truck Memorial Walk. Вот, ну все. Все, наша дорожка завершилась. Прогулочка завершилась, я надеюсь. На сегодня, кому понравилось, пишите комментарии, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх или вниз, если не понравилось. Не забивайте. Потому что мне надо знать, какие видео вам больше нравятся. Все, пока. Любите, будьте любимы, будьте здоровы и спортивны. До встречи.